спорт – это мое все. Без спорта я не представляю, кем бы я был в этой жизни. И спорт мне дал возможность реализовать себя, порадовать свою маму, своих близких, своих болельщиков, которые верили в меня, болели за меня. И своими результатами я сказал им большое спасибо. И, в общем-то, я считаю, спорт – это огромный двигатель вот всего в жизни. Мне кажется, что это и дружба, и любовь, и, в общем-то, преодоление себя. И как Нельсон Мандела сказал, спорт – это та сила, которая объединяет людей и которая может сделать мир к лучшему. Для меня спорт – это жизнь. Несмотря на то, что я закончила свою большую профессиональную славную карьеру, я продолжаю трудиться в спорте, хотя на сегодняшний день я работаю совершенно, в общем-то, в другом направлении. Но, знаете, очень много лет назад, когда меня привели в секцию спортивной гимнастики, я немного была высоковата для спортивной гимнастики, и мне предложили заняться другими видами спорта. При том, что я очень хотела в спортивную гимнастику, потому что здесь столько всего интересного. И я, мои батуты, и какие-то вообще разные снаряды интересные. И на сегодняшний день, учитывая вот то, что происходило со мной, я сказала, что надо каждому ребенку давать шанс заниматься тем, чем он хочет. Пусть у него не получится, он не станет олимпийским чемпионом, но он будет заниматься тем, чем хочет. Это будет больше пользы. Скажу точно, что спорт мне дал все, наверное. И толчок в жизни, и друзей мне верных. И, собственно говоря, любимое дело, которым я занимаюсь с детства и от которого я получаю и удовольствие, и разочарование иногда бывает в том же. Потому что это жизнь, это никуда не денешься. Так как я сама работаю тренером, я и говорю родителям, не бойтесь, отдавайте детей в спорт. Во-первых, это дисциплина у нас, да, девчонки-гимнастки, ну вообще спортсменки, они отличаются, наверное, вы сами, да, видите, если обыкновенный ребенок или спортсмен, они более, ну они даже другие дети. В первую очередь это дисциплина, ответственность, это командный дух, да, дети с 6-5 лет уже в коллективе, они умеют общаться, умеют дружить, умеют, да, какие-то там переживания проходить вместе, поэтому спорт – это закалка на всю жизнь. Даже сейчас, когда я уже закончила спортивную карьеру, мне это безумно помогает. Я никогда не опаздываю ни на встречи, ни на работу. Ну, знаете, такие бытовые моменты, и я понимаю, что это благодаря только спорту.